Тропики, море и Будда. От туристических курортов в Таиланде мы ждем многого, как и от тайской кухни. Об этой культуре слышали, по крайней мере, многие, но по вкусу она приходится каждому, не только взрослым, но и детям. Живописные острова, пещеры, бухты, приключения – это идеальная атмосфера для детского отдыха в Таиланде. Да, сегодня мы возвращаемся к теме детских международных лагерей. И в Таиланде таких немало, поэтому специально для вас мы отобрали 5 лучших вариантов. Но это не единственные летние лагеря нашего рейтинга, в которые можно отправить своего любимого ребенка. Строгие языковые программы в Британии, теннис в Испании, а может быть что-то экзотичное, например, космический лагерь на Кипре. Консультации у нас в Мариаде бесплатные, и это отличная возможность изучить все варианты лично. Ну а заодно правильно и спокойно организовать поездку ребенка или целой семьи. Мы помогаем на всех этапах, начиная с выбора лагеря и заканчивая оформлением путевки, визы, билетов, страховки и так далее. Никакой бумажной волокиты, ведь все-все мы берем на себя. Переходите по ссылочке в описании, записывайтесь на консультации. Мы ждем каждого. Ну а теперь добро пожаловать в Таиланд, или, как говорят местные, Савадди. Regent International School Pattaya Summer Camp. Каждую неделю новое приключение. Это такой вот девиз топового летнего лагеря Regent International School Pattaya Summer Camp, расположенного в Паттайе, как нетрудно догадаться. Он начинает свою работу с 24 июня по 19 июля и длится 4 недели. Однако каждый может выбрать свою длительность смены, но как минимум неделю, потому что каждые 7 дней посвящены определенной тематике. Вообще, Regent International School Pattaya Summer Camp открыт для детей от 3 до 15 лет. Причем для самых маленьких доступен только дневной формат, пансион открывается с 7-летнего возраста. И вообще возрастные группы 5 — это панда, слон, пантера, тигр и лев. Это разделение не просто так. Например, для последних 3 групп доступны дополнительные уроки EAL — индивидуальные занятия английским. То есть, начиная с 7 лет, Regent International School Pattaya Summer Camp — самый настоящий летний языковой лагерь приключений. И они меняются каждую неделю. Первую дети исследуют мир вокруг, наблюдают за птицами и создают дизайнерские шедевры из переработанных материалов. Вторая не менее насыщенная, ведь она посвящена морской тематике. Дети становятся покорителями Одиссеи, изучая планктон и морскую жизнь, экспериментируя в морской биологии и даже погружаясь на дно океана, чтобы почувствовать себя Спанч Бобом. Патрик, что ты здесь делаешь? Копаю. На третьей неделе ребята осваивают космос. Каждого жителя этого летнего языкового лагеря ждет телескоп, эксперименты по изучению космических тайн и занимательные рассказы об инопланетянах. Ну а в последнюю каждый ребенок проникается духом приключений, лазает по скалам, учится ориентироваться в джунглях и все в таком духе. То есть главное здесь выбор. Почувствовать себя настоящим астрономом или стать путешественником, ну здесь уже каждый решает сам. Почти 80 акров земли. Этот лагерь напоминает маленькую деревню. И это в 2 часах от Бангкока, столицы Таиланда. Более того, Rugby School Thailand Summer Camp расположился на территории известной международной школы. Почти 6 лет ученики в ней мастерски совмещают американский подход с британским образованием, так что здесь можно и подтянуть предметы с английским на учебных и языковых программах. Тем не менее, летний лагерь открывает свои двери с 30 июня по 6 июля. И хотя он длится 2 недели, ребята могут выбрать длительность смен, совсем как в предыдущем летнем языковом лагере. А еще выбрать формат – остаться жить на пансионе или посещать школу днем. Здесь реально весело. Дети всех возрастов учатся танцам и зумбе, изучают науку через стим-мероприятия, учатся готовить на кулинарных курсах и, конечно же, занимаются спортом. Юные пловцы, помимо классического стиля, учатся сапсерфингу или управляют парусом, а те, кто привык твердо стоять на ногах, тренируются теннису, футболу или баскетболу. Специально для этого детского лагеря на море построили особую площадку на открытом воздухе, где дети могут стрелять из лука, лазать по веревкам и кататься на зиплайне. Но главная фишка Rugby School Thailand Summer Camp — это бушкрафт. Каждый ребенок учится выживать в дикой местности. Ну, конечно, со взрослыми. А под конец дня детей ждет свежесть ночных тропиков и костер на закате с поджаренными зефирками. Ну, это же волшебно. Кстати, здесь в конце летних каникул в Таиланде планируется однодневная поездка в лучший аквапарк Таиланда – Рамаяну. Понятен International School Summer Camp. Таиланд – обитель буддизма и духовной гармонии. Хотите познать дзен и приобщиться к истокам Тай?
Понятен International School Summer Camp. Дети живут в школе из бамбука и земли и прислушиваются к настоящему духовному наставнику. Экологически чистый кампус, буддийские наставления и пляжный отдых. Этот топовый летний лагерь рассчитан на детей с 6 до 12 лет. И это очень интересный вариант для обогащения. Эта программа рассчитана на 3 недели, начиная с 1 и заканчивая 19 июля. Совсем немного, особенно если учесть, что лагерь дневной, однако ребята успевают за это время и друзей найти, и английский подтянуть, и открыть для себя духовную составляющую жизни. Кстати, Паньядин International School Summer Camp тоже расположен на территории международной школы, но на этот раз в прекрасном Чангмае. Все проходит на английском языке. И хоть жизнь в культурном центре Северного Таиланда кажется такой суматошной, но время здесь будто бы замирает. Ведь все 12 привычек буддийских заветов тесно переплетаются с поездками на природу и групповыми проектами. И самое главное, все путешествия, снеки, ланчи, материалы, они включены в стоимость Паньядин International School Summer Camp. Кстати, друзья, о многих школах, которые мы упоминаем в этом выпуске, у нас уже есть видео. Так что заглядывайте в описании, там мы оставим все ссылки. The American School of Bangkok Summer Camp. Любит ваш ребенок рисовать? Может быть, он маленький Айвазовский или Ван Гог? The American School of Bangkok Summer Camp помогает детям освоить искусство во всех его проявлениях. Начиная от основ гравюры и лепки и заканчивая 3D-дизайном, профессиональной скульптурой и тушью. Этот лагерь расположен в сердце столицы Таиланда – Бангкоке. Он открыт для детей всех возрастов с 17 июля по 14 августа. Как и во всех предыдущих лагерях, здесь можно самостоятельно выбрать длительность смены, однако на этом индивидуальный подход не заканчивается. The American School of Bangkok Summer Camp – это не просто веселые летние каникулы в Таиланде, но и прокачка навыков. Ведь во время смены дети изучают английский на языковых курсах EL, а еще посещают уроки STEAM – естественных, социальных наук и даже математики. Повторить программу на американский лад за лето? The American School of Bangkok Summer Camp с радостью поможет детям настроиться на учебу. Ну а веселые экскурсии по тимбилдингу разнообразят дневной досуг. Тем более, что в свободное время дети становятся настоящими спортсменами, осваивая бадминтон, легкую атлетику или погружаясь в фитнес. Смена в этом топовом летнем лагере заканчивается фейерверком во всех смыслах. В конце дети устраивают настоящее шоу талантов. Кто-то играет джаз, кто-то ставит драму. Последний день точно останется в памяти каждого ребенка. Hatfield International School Summer Camp. Яркий огонь, звук фанфар и азарт. В этом лагере каждая неделя заканчивается самыми настоящими олимпийскими играми. Сдаваться без боя здесь не учат, так что ребята стремятся только к победе. Впрочем, в этом дневном летнем лагере в Бангкоке обитают не только спортсмены. На протяжении 4 недель ребята осваивают 2 похожие программы. Разница лишь в том, что некоторые школьники, помимо STEAM и спорта, проходят языковые курсы через предмет EAL. Каждый день начинается с приветствия и зарядки. Очень похоже на нашу продленку, но, знаете, в хорошем смысле. Все уроки проходят на свежем воздухе, а программы отлично адаптированы под детскую психологию. Например, создание солнечной чи и изучение электроэнергии. Или работа с аэрокосмической техникой и роботами, прогноз землетрясений. Вроде взрослые занятия, а все-таки придумали для детей. В этом лагере точно знают, как объяснить ребенку сложные вещи. Ведь он открыт при участии рейтингового Hatfield International School, одного из филиалов знаменитой британской школы. Более 40 языковых курсов, множество подходов и аккредитация британским сообществом – все это реально о качестве. Ну а мощная связь с конструкторским мышлением и развитием памяти помогает детям стать на ступень ближе к своей мечте. Что ж, мы рассмотрели варианты лучших летних каникул в Таиланде. Но не назвали самого главного – цен, конечно же. Друзья, на самом деле все очень просто. Ведь стоимость лагеря меняется в зависимости от длительности, возраста, активности, рейтинга летнего лагеря и так далее. Да, на сайтах указывают приблизительную цену, но не учитывают все нюансы. Именно поэтому мы приглашаем вас на наши консультации в Мариаде. Люкс номера в отелях или пансионы под открытым небом, премиум лагеря и места побюджетнее мы поможем определиться с бюджетом и точно назовем цифру. А еще оформим документы. Подберем страховку и расскажем о всех нюансах перелета и путешествия. К слову, это касается не только лучших лагерей в Таиланде, ведь у нас партнеры по всему миру. За всеми подробностями по ссылке в описании оставляйте заявку.
Ну и не забудьте подписаться на наш канал, где мы просто и со вкусом рассказываем о зарубежном образовании. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, ставьте лайк, мы будем рады каждому голосу. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!